вот у вас просрочечка, сегодня 23-е? Ну, по времени-то еще идет. 20:59. Если бы оно бы стояло бы внизу, я бы согласна. Причем тут 20:59? Не надо со мной соглашаться. Вот. Не надо со мной соглашаться. 23.07. До 23.07. Не по. Сколько вам объяснить? Да вы можете спорить сколько хотите, можете не спорить. Все, я уже буду на вас материал составлять. Все. Не будете убирать? Уберу, конечно. Вот смотри. Вот 300 раз объяснял, не понимает человек. Будем составлять материал тогда уже, да? 23.07. Да? Ну, употребить вот до 23.07. Не по. Вот это время изготовления. Только время-то свои. Где? Ну, вот оно, 20:59. Вот время. 16, нет, это не время. Я так понимаю. Нет. Почему нет? Время изготовления, вот. Да. Когда ставится время, там часы, минуты. Здесь. Значит, и здесь будет. Здесь нет. Если минуты. Логики это не часы. Ждать, значит, вот это. Здесь минуты, видите, нет? Нет, ну 20-то тогда значит. 20:59 это изготовление. 23-го, 20:59. Вот смотрите, давайте теперь прочитаем вот здесь вот. Так, произведен, годен. До. Видите? До. Ты птица Додо, ёпта. Вы понимаете, что такое число, до, месяц, и по? Год, ну вот. Да. Так а время-то стоит, значит, время изготовления тоже, стоит. Время изготовления только стоит. А до, это то есть в 12 часов ночи вчера оно должно было убираться прилавком. Ну, я, например, не так понимаю. Я, вот, правда, я не буду спорить. Нет, я тоже я не буду спорить. Мы просто спрашивали нашего руководства. Да, и мы же слушаем этот Роспотребнадзор. А вы думаете, ни один магазин за это не был оштрафован? Нет, ну я не знаю. Правда, честное слово. Я вам объяснял уже много раз. Вы убираете, и все равно у вас это все продолжается. Нет. Давайте тогда через Роспотребнадзор это решим. Я не буду спорить. Просто мы считали вот по этому принципу. Да, я же объяснял много раз. Это время изготовления. Значит, до нас еще просто не дошло. Вот и до меня что-то не дошло. Хорошо. Там написано употребить годен до. Не по, а до. Просто до нас не доходило, правда. Вот время, в это время сначала уперлись. Не надо смотреть на это время вообще. Я всегда, допустим, опиралась, если вот здесь вот время стоит. Время это только когда изготовлено был товар. Ну все, хорошо. Вот. Все, вот теперь понятно. Вообще доступно. Теперь доступно, да. Все, я это убираю. Я не знаю. Еще раз просить врача. Вот, кстати, сыр. Вот этого не должно быть здесь. Ну, то есть, должен быть производитель обязательно. Вот здесь вот, кстати, тоже вот на этом сыре. Кать, не надо перефасовать. Дело в том, что перефасовывать вы нарушите закон. Смотрите, фасовано 29.07, так, 11.17. Вы сейчас перефасуете, время будет исправлено. А что это значит? Срок годности увеличится. А это обман потребителя. То есть сами себе все усложняете. Меня удивляет, почему большинство людей, которые работают в этой сфере, не знают элементарного. Знаете, вот вроде бы знаешь, а вот когда вот вплотную касаешься, вот девчонки вроде тоже всегда. Нет, объясняли. Нет, вот эти ляпы, да. Пишешь, он по две штуки выкидывает, скорее кляпает, что тут да. Я же не просто так вот прикапываю, чтобы вас наказать. Если бы я так делал бы, вы бы уже были наказаны 300 может, раз. Может, и другой человек так же вот грамотный, начитанный, и так же увидит, зачем это. Я мог наказать уже 300 раз. Просто зафиксировал, сфотографировал, на видео снял, ушел. Вам слова не сказал. Потом к вам уже какие-то меры будут. Кать, ты оставь вот эту бутылочку здесь, в отделе. А я завтра Гале прям захочу объясню. Хорошо. Сейчас не буду вас... Вот смотрите. Вот это вот, по всей видимости, отрава. Ее нельзя есть. Знаете почему? Нет. Потому что отсутствует маркировка. Маркировка где нельзя делать. Может и была, но ее нет. Вот. И на там тоже перемешки. Вот. Прилепляем вроде бы, а это не было. То есть, если нет такого, все это автоматически под списание должно идти. А это там вот пельмешки. Тоже здесь, вот она,
лежит одна, одна где-то, наверное. Сколько примерно здесь килограмм, если все взять? Здесь килограмм 8. 8. Да. А мы на маркировке? Здесь. Должно быть их две. Да. Я сейчас пьяных приклеиваю, а все равно они отваливаются. Ну, как-то вот надо вот выходить из положения. Ну, придумаем, что. И когда вот я увижу действительно результаты вашей книги отзывов, будут только изумительные отзывы. Спасибо. Вот. Спасибо вам, надеюсь, вы понимаете. Всего вам доброго.